Скоростной спутниковый интернет открывает двери во всемирную паутину там, где молчат сотовые телефоны. Обеспечивает доступом в любые закоулки интернета, даже если у пользователя нет мобильной сети или других способов выхода в онлайн. Новую торговую марку скоростного спутникового интернета «Сенсат» представили для всех жителей Южного федерального округа. Компания «РТКОМ» официально объявляет о запуске новой услуги связи спутникового доступа в интернет на территории Южного федерального округа и Северо-Кавказского в частности. О скорости мы сейчас можем объявить, да, это 45 мегабит в секунду. Средняя скорость, которую клиент может получить у себя дома. Помимо скорости до 45 мегабит в секунду и доступной цены, спутниковый интернет не требует каких-либо усилий при подключении. Все, что необходимо пользователю, приобрести оборудование и потратить несколько минут на установку. Штатное крепление позволяет установить тарелку на стене дома, на крыше, без каких-либо там серьезных конструкций, изготовления, то есть там существенных затрат. Доступна услуга будет и для любого жителя Кубани, даже там, где не проложено оптоволокно. Информацию о тарифных планах и заявку на подключение можно найти на сайте, адрес сейчас на экране.